Если на улице конец мая, значит скоро лето. А лето означает лишь то, что мы можем 3 месяца четко отдыхать. Но стойте! Здорово! Нам этот вариант вообще никак не подходит, потому что нам, пацанам, нужно зарабатывать бабки. А лето это просто офигенная возможность поднять бабки. Вы спросите, а нахрена нам деньги? Правильно, для начала нам нужно поставить цель. Ну, например, вот этот крутой спортивный мотоцикл. Ну или что-нибудь другое, о чем ты уже мечтаешь с самого рождения все целые 12 лет. И грех просто вам не рассказать, как можно за лето поднять немножко денег. Ну и в конце я вам расскажу, куда иду работать я. Начнем немножечко. Смотрите сюда. Лето – это сезон, но у лета есть еще такое понятие, как сезонность. Если честно, я придумал это сам, именно поэтому это звучит как-то тупо. В чем заключается эта сезонность? Я ее измеряю в созревании овощей и фруктов. То есть, начало лета, у нас созревает черешня. Да, вот первый месяц лета, и уже можно начать зарабатывать бабки на этом. Возможно, у вас не черешня, возможно, у вас что-то другое, но оно тоже спеет в начале лета. Вам нужно найти местоположение вот этой всей фигни, обрывать и возить на рынок продавать. А потом уже спеет слива там, например, и к концу лета яблоки. Вот я типа так сезонность измеряю. Также это понятие больше подходит к селу. Ну и давайте-то и начнем с села. Эх, село, красота, ляпота. Начало лета – это начало сезона купания. На пляже рек, морей, озер требуются постоянно то ли уборщики, то ли помощники, которые будут там лодки таскать. Работа на самом деле интересная, платят за нее тоже неплохо, и к тому же вы целый день купаетесь. Ну, чем не круто, ё-моё. На пляжах есть такая фишка. Пацаны, мужики, которые носят кукурузу или пахлаву и так орут. Пахлава, пахлава или бычки к пиву, мужики, покупайте. В это время пляж превращается в рынок. Все такие, где он? Куда он прошел? Быстрее, зови его сюда, пусть принесет нам 2 кукурузы, захаваем вообще от души. Да, работа такая немножко стрёмная, вы можете там встретить знакомых, но это наоборот даже лучше, вы для себя будете закалять уверенность в себе, вы не будете их стесняться, вам насрать, вы зарабатываете деньги. Не уходим далеко от пляжной тематики, мы переходим к аттракционам. К этим всяким, знаете, экстрим-паркам, где куча реально молодых людей, там 18 лет, 16, 15, 29. Работа там достаточно простая, легкая и оплачиваемая, потому что это целый парк, и у них денег там дофигища. Вас могут устроить или продавцом билетов, или вы будете отвечать за какой-то аттракцион, например, включать его, чтобы он куда-то ехал, ну и вся эта лажа. Устроиться туда достаточно тяжело, потому что, ну такая хорошая прям работа, и за ней все бегут, и мест там просто мало. Но, возможно, для тебя, скажу молодежным сленгом, это за шквар, то не расстраивайся. Если тебе 18+, то ты можешь поднять офигенные бабки, устроясь на бензоколонку, на заправку. Долбаные комары. Комары, уйдите отсюда. Вы не поверите, этим летом я тоже хотел устроиться на заправку работать. На 3 месяца подзаработать бабочек, как бы можно, и график хороший. Но мне просто поступило предложение поинтересней, и я решил забить. Но вам же скажу, работа реально не тяжелая. Все зависит от трафика. Чем больше машин, тем больше вы устаете. Тут для меня есть такие 2 нюанса. Первое, это нужно собирать всякие медицинские справки, сертификаты о здоровье, т.д. т.п. 2 недели, короче, точно по больницам нужно ездить. У меня мама работает на заправке, поэтому у меня все до топлива в баке есть. По ее опыту скажу, что не каждый может работать с запахом бензина. Реально, он противный, на заправке ним прет так от души. Те, кто могут с этим бороться, без базару работайте, как бы со временем ты привыкаешь. Если же тебе впадло проходить всякие комиссии, то тебе прямая дорога на автомойку. Туда не нужно никакие документы. Ты приходишь на мойку, говоришь, вам надо? Они говорят, нам надо. Ты устраиваешься, работаешь, сколько там машин помыл, заплатили, или даже 1 машину помыл, тебе платят. Работа не тяжелая, плюс ты дофига классных тачек видишь, можешь с ними фоткаться, ну чем тебе не прикол, а? Но знаете, вы можете быть принципиальным человеком, и автомойка это как-то не по душе. Ну что ты будешь мыть чьи-то засранные машины? Тогда тебе прямая дорога копать металл, ну или просто его искать. Пацаны, я знаю много людей, которые поднялись на металле. Они уже, знаете, ходят прокачанные, это для них уже смысл жизни.
У них есть металлоискатель, у них там наушники, как фрера, знаете, такие блатные. Ходят, ищут металл и неплохо так живут. Так что, если этим даже и заниматься, из этого можно построить целый бизнес. Опять-таки, скажу не по секрету, мы с моим другом 2 недели назад выкапывали здоровенный трос. И это весело. Мы вдвоем там рассказываем друг другу анекдоты, там еще какие-нибудь шутейки, при этом копаем. И в итоге еще и зарабатываем бабки, когда сдаем этот металл. Пацаны, ну смотрите, эта работа довольно-таки опасная, может повлечь за собой такие последствия, как воровство. Ни в коем случае, даже вот только мысль такая, что вы можете что-то украсть, все, сразу идите искать другую работу. А я тут еще подумал, а может ты дофига сильный? Ну тогда тебе нужно идти грузчиком. Грузчики зарабатывают нормальные деньги, просто они очень сильно трудятся. Но если же ты большой, мощный, то ты заработаешь себе на протеин, станешь еще сильнее и будешь удивлять просто всех. Ух! А еще лично в моей семье работает работник, который просто каждый день приезжает и как бы помогает по дому. Он там и огород полит, и косит, и деревья там белит. Ну все делает, понимаете, и ямы копает. А вы знаете, есть такие натуры, которые любят, например, читать книги и спать. Тогда вы потенциальный пастух. Отвечаю, если вы пасете коров или барашек, вы выучили местность, то вы их оставляете. Залазите на какой-то бугор, берете свою книгу или какой-нибудь фильм, ложитесь и часа 3-4 спокойно себе спите, отдыхаете, умнеете и все такое. Ну а если же ты любишь ходить, то ё-моё, ты можешь разносить газеты. Да, газеты устарели, но тогда ты можешь разносить или клеить наклейки «Навальный 2018». Лёха, вперед! Спроси у своих родителей. Возможно, где-то недалеко от тебя живет какая-нибудь богатая бабушка, которая так нуждается в твоем внимании. Ты будешь просто приходить к ней иногда и дарить свою заботу, тепло. Будешь ей помогать, а она за это отблагодарит тебя своей квартирой. Ну или деньгами каждый день, ну смотря сколько вы там договоритесь. Пацаны, тут можно рассказывать до бесконечности, но я хочу, чтобы вы мне написали в комментариях еще кучу разных способов. Это видео будет дополнено комментариями. Но я, как продвинутый бизнесмен, как вы думаете, куда я иду? Я иду первый месяц лета работать слесарем-ремонтником. Да, это завод, да, это пахать, да, это зарплата меньше, чем ты делаешь. Вот так уже и начинается лето. Желаю вам реально от души большой удачи, заработайте денег, купите свою мечту. И, возможно, осенью вы вспомните про это видео, зайдете в комментарии и отпишитесь, как у вас получилось. Всем успеха, пока!